Всем привет, ребята! С вами я, Шерри Майнкрафт, и сейчас мы будем петь песню. Ну, а теперь включай эту песню. Включи. Включи эту песню, пожалуйста. Да какую песню? Ну, ту, которую я включаю. Пожалуйста. Эта песня еще нужна. Я хочу про этого ролик снять. Все равно нужно эту песню снимать. Шуя, мама мечтала из березы войкой, чтобы по чайнику кусали комай, а поевать штаны из березы войкой. Шуя, мама мне штаны из березы войкой, чтобы попа не потели, не кушай, не кусаясь комай. Шия мама мне штаны из березы войкой, чтобы попа не потея, не кусали комай, а поеваешься штаны из березы войкой. Сразу поп. Шия мама мне штаны, чтобы попа поет папы, чтобы попа не потели, не кусали комай, а поеваешься штаны из березы войкой. Сразу попы запотели, закусались комай. Yes, yes, е-е-е-е-е-е-е-е-е. Сразу попы запотели, закусали комай. Е-е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 
Так, ребят, крутая все-таки у меня песня. Скажите. Она очень-очень у меня популярная. Вот что мне писать. Нужно на коточке сесть. Занимать этот блок. Оп. Ах. Отлично. И вот для этого не пришлось скопать эту землю. Это другая мать. Это тоже. Я поставлю тут сюда железо. Оп. Вот так вот. Посядем на минуту на коточке. И ремаем землянику. Оп, отлично. И тут также делаем. Отлично. Восхитительно. Не издевайтесь. Это мыжник, нужная мать. Оп. Еще сюда за железо. Восхитительно. На. Я теперь два ближника. Чтобы еще ближника. Вот столько нам не хватит. Все. Вот столько.
Ну, хватит булыжника. Все. Земельку положить туда. Все. Есть теперь вот столько булыжника. Обстроить мне немножко поле. Оп. Отлично. Просто восхитительно. Если его сделать это ой немножко другим. Так, нужно еще немножко булыжника добыть. Так, зог выпуска, ребят. Сегодня у меня хорошее день рождения. Да, у меня очень прекрасное день рождения. А весь так мы впременно поставим, конечно же, вот сюда. И как вы видите, делаем так и так. Получается новая кинька. Теперь мы уйдем от этого вистока и копаем. И копаем земельку. Копаем земельку, а камушек. Вот, вот так вот у нас будет выглядеть камушек. Блин. Что делать? Нужно немножко булыжник потратить. Взять с собой немножко грязный побольше. Побольше булыжника. То возьмем. Отлично. Восхитительно. Теперь мы тут аккуратненько обузуется. Такая дрявень. Итак, все лежим в этот сундук. У нас железо. В общем-то, лежим. Кешку. Немельку. Булыжник. Окраем туда. Мы еще съежим. Один булыжник. Ну, на всякий случай оставим. Один булыжник. Что? Давайте. Один булыжник. У нас меч будет. Да, у нас меч будет. Так. Неважно. Этот блок я не могу снимать. Железо тоже. Это тоже. Это тоже. Это тоже. Почему я ничего снимаю? Ай, факи, это могу снимать. Могу снимать. Все-таки
Нам нужно меч положить вот в сундук, чтобы его не потерять. Так! Чем я хотела заняться? А, точно. Дайте тебе меч. Для этого мне нужно в сундук влезть. Немножко вот этих вот досочек восхитительно. Висток. И еще мы делаем так. Теперь делаем. Как с пряником? А попозже немножко. Нет, нет, нет. Так. Кое-что забыли. Смотрите. Яна. Яна. Выживет Яна. Все, Яна. Так. Бьем. Эту доску мать. О.
это мой любимый диплом. Оп, отлично. И представлять такие другое себя место. Такой декоид. Отлично. Ой, ставим вот все. Так. Ставим сюда. Перегребники. Так. Один. Эти доски вот так. Остальные доски так. Это остальные доски так. А что не получается? Жуть, хоти я. Получается, так вот? Так вот? Блин, как ничего не получается? Как ничего не получается? Все же должно. Еще плиту нам нужно. Все, плита у нас есть. Теперь возмещаем декор. Сам шаги. Да. Вот. Вот будет такой декор. Так, нам печку, что ли, нужно скрафтить? Сейчас у меня немножко будет вызова скрафтить эту печку. Крафтим. Офигеть! У меня получилась печка. Так, печка у меня будет тут. Теперь как раз мы эту плиту вот так снимать. Личный дом. Ты можешь пройти прям вот это. Прям в печку. Прям в липку. А вот на доске. Что? Реально? Как? Как? Это вообще как? Дождь сжает его. Офигеть. О май гад. И как это все возможно?
Доски сжают иву. Окей. Что? Как? Как это? Огонь! Офигеть! Капец! Капец! Чё так круто? Вообще крутяк. Так, у меня есть один камушек. Куда мне сесть? Вот сюда. Ничего не понимаете. Изменяю стенку. Так, стенку изменяем. Как доски жжают лыжника ебу. Как? Не понять. Максим, ты как ты знаешь, что доски сжают ближник? Я знаю. Ебу жжают доски. Ты как вообще? А не нубик. Ты всегда почему-то нуб. Анимазы не любят. Что ты сейчас пересушил? Ну как, тебе сожрали? Пап, уберем ты с кожи, что пылесосик будет? Уберешь ты с кожи, что пылесосик будет? Пап, можно попробовать? Без куб будет. Милая. Это же неудобно. Серег, ты их мерил? Я вообще четко. Они маленькие, крутые. Вообще прикольные. Вообще-то большая. Ну, да. Ты же сама всегда говоришь ребенок. Я ребенок, потому что я сама ребенок. Вот. Поэтому я большая. Так, мне вот поудобнее. Пой немножко. Вот такой вот пой выйдет у меня. Ой, умненький. Вот такой вот уюнинг. Что? Нет, доска. Би-би-би-би-би-би-би-би. Пора всем вставать. Это капитан Чел.
Почему они на нас так смотрят? Я не знаю. Почему они к нам приближаются? Не знаю, но они выглядят кого-то. Далее, грозная змейка. Только на Никелодеон. Скоро мы Никелодеон. Рубин переезжает к своей большой семье. И все переворачиваются с ног на голову. От создателей моего шумного дома. Смотри новое шоу, в котором каждое приключение гранда. Твоя пони работает. Спасибо, мама! Не бей меня! Почему меня бьет? Почему меня бьет? Может, я тоже съесть хочу? Катя, сядь сюда. Он чего не понимает ничего. Второй гаджет на морде задушил. Да! Какой? Не знаю. Да нафиг они делают это? Там еще на Барли будет второй гаджет. И еще. Так, что-то я заснула. Что-то тут нужно мне сделать. Мне нужна лопата и кейка. Да, мне нужна лопата и кейка. Я думаю, что это бесполезно. Что-то я убью эту грязь. Так, да, проверим, кто сильнее. Булыжник или земля. Оп! Почти схватил. Так реально поднимаемся. Я хочу всего лишь так схватить. Чё? Стук, оп. Ты выкинул почтальона в черную дыру. А вот и вырыв, да?
Это моего младшего брата. Мне надо забрать его из сада. У тебя есть младший брат, а у меня есть и брат, и сестра. Как у нас? Мы нам находимся с тобой. Ты тоже с ними каждый день в парке гуляешь? Все. Вставаем. Это и это. Сильнее. Значит, землю лежим сюда. Нет, землю. Знаете, куда? Знаете, знаете. Землю. Оп, оп. Знаете, землю куда? Знаете, знаете, знаете. Несправедливо! У тебя цвет мощный лазер, а у меня морозная зарплата. Простите, но Билли, вы не сядете. Что? Она такая, что мы сядем.
Я думала, ты хочешь постараться. Нет, вы сегодня никуда не пойдете. Класс, и будем сидеть здесь, а ты расслабься. Понятно. Соседа на как скрылись. Да, как не взять тебя в длительности. Я бы слезал. Страшно. Ты же понял, что он что-то задумал? Макси, Фиксик, Пуксик. Катя, сядь прямо, что это такое? Что у нас вот стоит?
детям. Кстати, у меня офигеть подмудрённая идейка. Закрываемся. Это кнопка мешает.